Ты вернулся целым и невредимым. Замри, пока я буду улучшать твой дефибриллятор. Это больно, но не очень. Ну вот, и все. Теперь он в два раза мощнее, и я уверен, тебе это пригодится. Помни, правительство беспощадно. Однажды ты попадешься, это только вопрос времени. В конечном счете ты придешь в сопротивление, но пока мы пойдем другим путем. Итак, я проанализировал образец филтрита. Бандиты пытаются переработать филтрит в катализатор взрыва, и похоже, у них это получается. В их руках очень опасная вещь. Этот кусок нейтрализован. Неси его к Клейтону. Он должен знать, чего от них ожидать. Отдай ему. До скорой встречи, друг из прошлого. Thank you.
с территориями, которые... Слышал, ты ходил к деду Квасиру? Он столько всего знает. Слушай его, он того стоит. Благодарю. Как интересно и как тревожно. Спасибо, что помог нам. Вот твоя награда. Ты очень способный и достойный человек. А главное, ты до сих пор жив. Шериф Блэк точно найдет для тебя работу. Так, глядишь, и уважаемым человеком станешь, друг. Care to wager on a little game? Thanks for playing. Внимание, жители источника. Я рад объявить о заключении торгового соглашения с городом Ствол на юге. Этот торговый путь очень выгоден для нас, и он позволит торговать с территориями, которые до сих пор считались опасными. Помните, совместная работа приносит... Молодец. Вот твоя награда. До скорой встречи, надеюсь. Посмотришь на мои товары? Все самое лучшее. Доброго дня.
Welcome back. One time, Lucem and I got really drunk and... This bed looks odd, but it's super comfy. When are you gonna show me your BFG? This bed looks odd, but it's super comfy. Я рад объявить о заключении торгового соглашения с городом Ствол на юге. Этот торговый путь очень Здравствуй. Выгоден для нас, и он позволит торговать... У меня есть все, что нужно твоей машине. Че ты ищешь? Теперь будет летать. Посмотри доступные заезды. Не спать. Приветствуем любителей гонок. Отличный день для ралли по пустошам. Хочешь выиграть пару сертификатов? Путь очень выгоден для нас, и он позволит торговать...
начни спать. Неплохо, только не задирай нос. Ты, может, и хорош, но я круче. Таких запчастей нигде не найдешь. Ну чё, выбрал? Теперь будет летать. Посмотри доступные заезды. Увидимся. Нужны деньги? Говорят, Стэнли из Стэнли Экспресс всегда рад лихим гонщикам. Почему бы тебе не подзаработать? Хочешь заработать?
Граждане, внимание! Шериф Блэк сообщает о повышенной активности бандитов к северу от города. Отмените все... Великолепно! Говорят, парень в башне был адски рад тебя видеть. Вот плата за твои труды. Ну вот, теперь ты был на севере. Видал ведь в каньоне эти мины-машинки? Большая проблема. Их делает клан Саванов, бандиты-умники. Каньон не будет безопасным, пока не избавимся от этих штук. Вот что нужно сделать. Проникнуть в их логово, найти склад с деталями мин и взорвать его к чертям. Мои люди нашли схемы сборки таких мин. Сооруди одну, чтобы попасть внутрь. Как думаешь, справишься? Возьми эти схемы, борись с гадами их же оружием. Красивая победа. Ты отлично выступил в шоу «Убей монстра». Осторожнее. У тебя на ремонт куча денег уходит. Необходимое пространство для новых предприятий. К сожалению, некоторым из вас придется...